Здравствуйте, это программа «Тема дня». Меня зовут Валерия Королева. Сегодня мы поговорим о такой животрепещущей теме, которая всегда вызывает массу споров – это аборты. А сегодня в Твери презентовали первый и единственный в России фильм, затрагивающий проблемы искусственного прерывания беременности. Режиссер и сценарист Елена Пискарева. Картина называется «Право выбора». Снималась она на пожертвования. Возрастные ограничения 16+. При этом сюжет основан на реальных событиях. Сегодня в программе мы поговорим о фильме, а также о той проблеме, которая и легла в ее основу. Гости программы сегодня – автор сценария, режиссер и продюсер Елена Пискарева. Здравствуйте. Здравствуйте. Мария Студеникина, руководитель направления защиты материнства отдела благотворительности Русской Православной Церкви. Добрый день. И Иерей Александр Горячев, руководитель епархиального отдела социального служения, а также настоятель церкви имени иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша». Добрый день. На тему абортов спорят уже на протяжении огромного количества времени. У одних это слово вызывает бурю негативных эмоций, другие более толерантны. Наверное, даже это философский вопрос, да, бесконечные дискуссии. Хочется спросить, да, как вообще в принципе религия к этому относится? Ну, насколько я могу судить, все мировые религии относятся к убийству очень отрицательно. А за красивым словом «аборт» прячется именно детоубийство. Поэтому нормальный религиозный человек, он никак положительно к этому относиться не может. Деторождение – это то, что заложено Богом в нашу с вами социальную, нормальную и семейную, в том числе, жизнь. И если идут нарушения этого главного установления божественного, то в нашей жизни наступает очень много разных проблем и неприятностей. Кстати, вот одна из проблем и неприятностей – это именно убийство своих детей. Ведь если предложить матери или отцу, мужчине, молодому мужчине, который свою любимую девушку просит, чтобы она сделала аборт, дать в руки пистолет и перед ним поставить ребенка, 3-4-летнего, и сказать «убей», я думаю, что вряд ли у кого рука повернется, рука поднимется. А вот когда мы говорим о том, что можно ребенку убить в утробе матери, почему-то начинаются разглагольствования, простите меня за грубое слово, но именно разглагольствования. Убийство, оно и есть убийство. Я даже бы предложил вообще из нашего лексикона, из нашего разговорного языка убрать такое слово, как аборт. А использовать, конечно, оно более сложно произносимое, но словосочетание «детоубийство». И тогда очень многие вещи встали бы на свои места. Но бывает же, что беременность прерывают, допустим, по медицинским показаниям. Это совершенно другая история. Это совершенно другая тема. Мы по медицинским показаниям много чего делаем. Удаляем зубы, печень, почки, сердце, там еще что-то. Да. Это другая тема. Мы ведь сейчас здесь собрались говорить не о аборте в принципе, может он быть или не может, нужен он или не нужен. Это тема, пускай медицина обсуждает. Мы сейчас говорим о социальной проблеме. Мы говорим о том, что где дети, которые должны быть? Почему дети убиваются своими мамами? Где мать убивает своего ребенка. Это общество, которое мертво духовно. Опять, это не случайность какая-то. Там медицинское показание, что выбор, будет жить ребенок или будет жить мама. А это просто. Уже на поток поставлено убийство. И что самое страшное, наверное, мы сегодня тоже эту тему как-то затронем, что врачи сегодня советуют девчонкам не сохранять беременность, они советуют делать аборт. Вот, так что тут споры ведутся не о том, нужны аборт или не нужны. Спор должен вестись о том, насколько мы люди. А что послужило мотивом для создания фильма, Елена? Как шел процесс, как снимался? Правда ли, что в сценарии легли реальные события, реальные истории? Откуда, может быть, вы их узнали? С вами поделились? Расскажите немного. Да, 4 года назад я как режиссер сняла короткометражный художественный фильм тоже на эту тему, 15 минут он длился, назывался «Живи», и он о том же, несколько женщин ждут своего очереди в палате абортария, мысли, состояния, причины, разговоры,
И приходят, уходят после операции. И он как-то неожиданно для всех нас выстрелил, и вирусом разошелся в социальных сетях, были миллионные просмотры. Как-то он попал вот в нерв, в сердце, наверное, женское, в сердце общества. И мне стали очень много писать женщин, врачей-акушеров, заведующих женских консультаций, патологии беременности, главврачей роддомов, приглашать на дежурство, на разговоры, рассказывать свои вот личные, специальные врачебные истории, о своем отношении к проблеме, особенно те, кто работает по много там, десятилетий, там, по 30 лет, и уже пожилые доктора, и о переосмыслении каком-то этой проблемы. И вот эти все истории, которые у нас приведены в фильме, которые сейчас тверской зритель сидит в ДК химволокно и смотрит, это все реальные истории. И история врача, у которой у дочери 5 выкидышей на позднем сроке, а она сейчас снова беременна и не общается с матерью, потому что считает ее виноватой и ее работу считает, что у матери руки в крови. Это тоже реальная история. И придоборные психологи мне очень много рассказывали о своей работе. Вот это все легло в основу сценария. Он был написан в течение года с небольшим. А что вот, когда они вам рассказывали, какое вот они сами отношение высказали? Это более было негативное все-таки? Они заложники, они ощущают себя заложником ситуации, сложившейся за 100 лет. То есть мы пятое поколение женщин, которые систематически делают аборт. Они были легализованы первой страной в мире, Россия, в 1920 году. А, собственно, врач – это тот, которого мы заставили как общество это делать руками. То есть женщина во время аборта, я это всегда говорю, полежала под общим наркозом полчаса и домой шла, ничего не помня, размазывала эти свои аборты 1, 3, 5, 7 по своей жизни, с рождением других детей, с нормальными буднями, как-то эта психика переварила, и женщина дальше живет. А врач – это тот, кто делает это каждый день, гинеколог, по 5, по 10 абортов за дежурство, и тот, кто единственный видит, что остается в тазу после операции. Вот как говорит наш главврач, это фраза действительно реального главврача роддома, говорит, врач – это единственный, кто видит, что остается в тазу после операции, потому что женщинам это не показывают, от них это прячут, потому что. Вот. И врачу, конечно, тяжелее всего в этой ситуации, потому что там психологические защиты такие выстроены. Ну а как иначе это делать систематически, если у тебя не выстроены вот эти страшные, действительно тяжелые? Мы говорим о цинизме врачей. Почему врачи такие? Почему потом, когда мы поступаем в приемное отделение роддома, они не заинтересованы в нашей беременности? Нас никто не спасает, никто... нет ценности жизни этого ребенка. А чего мы ждем от врачей, если они одной рукой делают эти аборты, убивая, собственно, мы заставляем убивать их наших детей, а потом мы ждем, что они, эти же врачи, будут спасать, относиться высоко к жизни нерожденного ребенка, ценить и печься о наших беременностях. То есть это такая коллективная шизофрения, в том числе врачебная. И тот диагноз, который звучит, озвучивает наш главврач в фильме, что врачебное сообщество находится в глубоком постабортном синдроме. Это действительно так, но это не только наша практика. Это практика мировая, это и западная. Почитайте американских психиатров, вот, у которых на минуточку легализовали аборты на 50 лет позже, в 1973 году. И поэтому у них все получше с этим. И тем не менее у них... процессы примерно те же самые, что действительно врач, делая аборты, становится незаинтересованным в беременности пациентки при еще низком здоровье. Ну, своего рода профессиональная деформация. Да. А сейчас мы прервемся на короткую рекламу, не переключайтесь. Это программа «Тема дня». Мы продолжаем разговор. Напоминаю, что сегодня в Твери презентовали первый и единственный в России фильм, затрагивающий проблему искусственного прерывания беременности. Называется он «Право выбора», имеет возрастные ограничения 16+. У нас в гостях создатели фильма, а также иерей Александр Горячев. Мы остановились на вопросе, да, вы рассказали, Елена, что в основу сценария легли реальные истории. Мария, а вот сами, да, вот, так сказать, потенциальные матери, беременные женщины, ведь
Аборт – это же прямое воздействие на организм, он же неизвестно, какие последствия понесет. Да, но аборт имеет колоссальные психические последствия, психологические и физические последствия для здоровья женщины. Вы знаете, надо понимать, что нет ни одного безопасного аборта. Вот, к сожалению, очень многие врачи, многие психологи, к сожалению, опять же повторюсь, психологи некоторые до абортного консультирования говорят о том, что есть безопасные аборты. Это не так, это неправда, людей обманывают, потому что нет ни одного безопасного аборта. Почему? Ну, потому что, когда женщина беременеет, ее организм настраивается на сохранение и вынашивание беременности и на рождение ребенка. Аборт – это убийство ребенка и прекращение, намеренное прекращение беременности. Соответственно, когда организм женщины настроился на одно течение событий, и нормальная беременность прерывается, безусловно, функции организма страдают. Если, к сожалению, большое количество последствий аборта имеет место быть, это и бесплодие, и различные заболевания, в том числе рак груди. Вот уже западные исследования связывают рак груди с большим количеством абортов, которые делают женщины. Но эти данные не обнародованы, к большому сожалению. Поэтому надо понимать, что нет ни одного безопасного аборта. Аборт – это всегда колоссальная травма для женщины. Для ребенка это убийство и трагедия для женщины. Даже если женщина сейчас не осознает, что это такое, хотя все женщины понимают, что аборт, уже сделав этот страшный шаг, они понимают, что они совершили. И ближе к старости, после 50 лет, все женщины, которые живут одни, остаются одни или даже с детьми, все помнят о том, что они сделали аборт. Мы просто общаемся с большим количеством психологов, которые работают и в нашей системе, и работают с женщинами в ситуации репродуктивного выбора, и вообще с женщинами, которые страдают различными недугами. И они говорят о том, что все женщины после 50 лет приходят и жалеют о совершенных абортах. А какие обычно причины для прерывания беременности? Вы знаете, к сожалению, аборт является нормой нашего общества. Вот в продолжение слов и батюшки, и Елены, необходимо понимать, что сейчас аборт стал нормой. Для каждой женщины, которая не знает, что такое аборт. Ведь на самом деле наше общество не знает, что такое аборт. Для многих это просто операция по удалению ненужного зубика. Мы общаемся с женщинами, которые говорят о том, что ну как, я пошла, вырвала зубик, у меня все проблемы решились. Это не так. Аборт – это убийство сформировано полностью, ну, на разном этапе. Это убийство сформировавшегося человека. Сейчас по законодательству аборты разрешены до 12 недель беременности по желанию женщины. То есть, в принципе, никто не спрашивает, что с тобой случилось, если женщина просто захотела сделать аборт до 12 недели беременности. Причины могут быть разные. Это и материальные трудности, с которыми женщина сталкивается, когда она остается одна, без поддержки близкого окружения, без поддержки родных, близких, когда отец ребенка или муж толкает ее на этот шаг и говорит, ну, решай сама, и она остается без поддержки мужчины в первую очередь. Это и финансовые трудности, это психологические проблемы, это отсутствие жилья, отсутствие средств к существованию. И, знаете, наверное, я бы в качестве основной причины выделила желание женщины жить для себя. И когда женщина не понимает, что ее основная роль – это роль в первую очередь матери. Своего рода эгоизм, да, можно сказать? Которые присутствуют в нашем обществе, в гедонистическом обществе на постоянной основе. Можно я вот на этот же вопрос отвечу и на первый, и на второй. Вот вы сказали про первые, про последствия. Сейчас женщина подписывает информированное добровольное согласие, которое действует с 2016 года. Но кто его читает в тот момент? Подпишите, дают женщине пачку документов, у врача нет физически времени на то, что этих 12 минут, за которые нужно женщину осмотреть, все про нее понять, выписать все направления, и еще и вот это вот анализы, и вот это еще информированное согласие. Поэтому она подписывает, не глядя, а там прям черным белым почитаете, это волосы стоят дыбом, бесплодие, прободение матки.
внутренние органы, которые могут быть затронуты во время операции. Я уже не говорю об отдаленных последствиях, например, вот это бесплодие в результате хирургического аборта, особенно во время первой беременности. Это то, с чем я уже сейчас уже столкнулась, когда писала, вот сейчас я пишу другой сценарий про ЭКО, и сейчас я общаюсь с другими врачами, не с теми, которые делают вот на первом этапе аборта, а с теми, кто разбирается с последствиями, грубо говоря, со второй очереди работает после аборта на рождение ребенка в результате ЭКО, которые стоят. И вот эта жуткая вот эта процедура из шести этапов, и в результате, и на каждом из которых происходит отсев этих детишек, эмбриончиков, и только единицы доходят до конца. И из этих женщин 68% ЭКОшных женщин — это женщины бесплодные в результате хирургического аборта. Кто об этом говорит? Говорят ли об этом врачи? Мы об этом не говорим, мы не знаем, не хотим знать. Скорее, не хотим знать. Да, и не хотим, даже не пытаемся в этом разобраться. Идем вслепую. А вот касательно второго вопроса о причинах. Да, действительно, это говорят мне все психологи, с которыми я общалась, когда писала сценарий, что декларируемая причина в основном называется материальная, потому что они не встретят сопротивления, они социально одобряемые. Мы все знаем фразу, что нищету плодить. И как бы, если женщина сказала, у меня материальная причина, дальше никто не разбирается, подписывает направление, иди, пожалуйста. А когда психолог начинает работать, женщина разговаривает, там чуть-чуть глубже копнуть в истинной мотивации, оказывается, что чаще всего проблемы в отношениях. То есть современная женщина-абортница, грубо говоря, это женщина с социально адаптированным лицом. Это то, что мне сказал один из главврачей роддомов. То есть это не маргиналка. Это женщина вполне себе в состоянии и потянуть, и женщина на 90% это женщина с высшим образованием или в процессе его получения, то есть и треть беременности — это беременность вторым, третьим, даже вторым, третьим и четвертым ребенком, то есть это женщина замужняя, которая просто не хочет ребенка после первого, которая вот родила первого, а дальше не хочется понижать свой уровень жизни, успеха, достатка, карьеры и прочее. И вот еще такой момент про вторую причину, кроме вот нашего общества потребления, потребляться эгоизма, это психологические проблемы в отношениях. То есть есть такие интересные вот исследования американского психиатра Терезы Берг, которая проконсультировала 3000 женщин после аборта, в состоянии тяжелого послеабортного синдрома. И 80% из этих женщин, она написала чудесную, замечательную книгу «Запрещенные слезы. О чем молчат женщины после аборта». И вот там она приводит эти цифры. 80% женщин не сделали бы аборт, если бы у них была поддержка в виде партнера, мужа, парня, ну вот по-разному это называется, да, супруга, ну вот и мужчины собирательно, либо близкого окружения, мать, свекровь, то есть если бы ее кто-то поддержал. И именно и в ситуации, когда она брошена всеми, один говорит, иди, делай аборт, или я тебя брошу, или решай сама, все остальные говорят, родители, бабушки, дедушки, мы хотим пожить для себя, мы своих детей вырастили, нам никто не помогал, и будьте в состоянии растить, вот рожайте сколько хотите, сейчас мы для себя пожить хотим, как говорят все мамы в нашем фильме, своим дочерям, дружно толкают их на аборт. И будучи вот брошенной, преданной всеми, женщина идет, дружно толкаемая всеми, на аборт. А можно я тоже скажу на эту тему? Может, меня можно будет упрекнуть в каком-то мужском эгоизме и непонимании женской психологии, но я скажу. Есть такой психологический тест, когда человеку задают вопрос, чтобы он ответил на вопрос, кто я? И он должен дать 6 ответов. Ну, 90%, а может быть, да, 99% мужчин и женщин никогда не пишут, что они являются мужчиной и женщиной. Потеряно самое главное. Социальную роль пишут, да. Да, вот потеряно самое главное, вот это самоидентификация. То же самое, что вы говорите про женщину. Да, женщину муж не поддерживает, любовник не поддерживает, теща, свекровь, все это ясно, понятно. Я сразу вспомнил, у меня брат, царство небесное, рождение 47-го года. Это 2 года прошло после войны. Я родился в небольшом городочке, где, наверное, после войны было, может быть, население 1008-9. 3 класса по 40 человек. Да, да. А женщины были, у них был инстинкт женщины. Они понимали, что независимо от внешних обстоятельств, они обязаны родить и вырастить.
Во время войны, мы с вами знаем, Сталинград под бомбежками, детей выкармливали, не бросали, не убивали, не закапывали. Ленинград рожали и выкармливали детей. И все-таки, если мы будем подходить с какими-то западными мерками, а мы сейчас, к сожалению, это очень часто делаем, исследования, там еще что-то, мы на самом деле из этой ямы никогда не вылезем, дорогие мои. Нам нужно общество все возвращать к нормальным ценностям жизни человека. Семейные ценности. Жизни человека. А там пойдет и семейная, и любая. Потому что если мужчина воспитан мужчиной, и он несет ответственность за эту женщину, за этих детей, он будет мужчиной. Конечно, всегда будут отклонения. Будут и пьяницы, будут там. И... Это все, мы никуда не денемся. И если женщина, воспитанная женщиной, как она будет рассуждать о том, что ей рожать в 35-38, ей нужно фигуру сохранить или там еще что-то? Мы не воспитываем людей, к сожалению. Это я и в какой-то степени и к себе обращаю. Это не только к тем, что сейчас, кто нас смотрит. Я это и к себе обращаю. Поэтому вот надо говорить о психологических аспектах, надо говорить об исследованиях, надо говорить о материальных сложностях. Вот что сейчас, кстати, сказал патриарх, сказал, что церковь будет стараться, чтобы не было брошенных детей. Но мы не воспитываем. Вот в чем беда, на мой взгляд. Все-таки в фильме рассмотрены разные точки зрения на эту проблему. А какие, Елена? С точки зрения девушек, с точки зрения мужской ответственности, которой им не хватает, потому что, ну, с точки зрения врача, потому что я вернусь, значит, с точки зрения закона. Знаете, здесь такая проблема вроде многоплановая, и виноваты все. Но с другой стороны, здесь синдром размазанной ответственности в этой проблеме. Потому что все валят эту проблему на кого-то другого. Женщины валят это на мужчину, потому что в нашем фильме они им говорят, что вот мужчина, такая фигура умолчания, где он? И наш главврач, приходя домой, говорит своим детям, подросткам, своему сыну, у тебя есть девушка, если ложишься с женщиной в постель, будь готов к тому, чтобы быть отцом ее детей, или не ложись с ней в постель. Мужчина – это ответственность. Вот у меня три мальчика и девочка, и вот подрастающему старшему ребенку мы с мужем говорим уже то же самое. Именно эти слова. Мужчина – это ответственность за женщину, за семью, за мать, за родину. И мужчина винят женщину, одели брюки, стали феминистками, рожать не хотят. Все винят родителей, потому что родители не хотят, ну, родители, бабушки, дедушки ничем жертвовать, выходить из своей зоны комфорта, помогать молодым. Все дружно винят медиков, потому что медики в этом порочном кругу, и они действительно толкают женщину, которая приходит вставать на учет и говорит, аборт или рожать, и зачем тебе третий, и потом еще родишь. А почему врач это говорит? Потому что 70% беременности с проблемами, и это у нас действительно озвучивается в фильме, это говорят все главврачи, ну вообще все акушеры, не только главврачи, просто главврачи знают статистику роддомов. И это то, что говорят, да, все врачи, что 70% современных беременностей с патологиями, потому что возраст полового дебюта 13 лет, а возраст средних родов 28 лет. И между двумя этими датами проходит огромная жизнь, которая заканчивается венерическими заболеваниями, ЗППП, распадом репродуктивной системы к возрасту, когда женщина соберется рожать свои 28 лет, врачу из кожи надо будет вылезти, чтобы все закончилось хорошо для матери и ребенка. Кроме того, современная система родовспоможения так сложилась, что аборты финансируются, как и обычная операция, из ТФОМСа, то есть за счет бюджетных денег. И аборт стоит 3800 на момент написания сценария, это 2019 год. Сейчас цифры индексировались, но они примерно соотношение то же самое. А роды стоят 20 тысяч. Вроде бы роды выгоднее, но роды – это 9 месяцев работы. УЗИ, направление на стационар, лечение пациентки, выписание анализов. А здесь 6 абортов за дежурство, и ты отработал 9 месяцев ведения беременности. Кроме того, чтобы получить деньги за роды, врачу нужно, чтобы ребенок родился живым. То есть если перинатальная смерть или смерть матери во время родов, ты этих денег не получил, несмотря на то, что 9 месяцев работал. То есть вот эта система, в которой вроде и врача можно обвинить, и действительно так сложилось, и система родовспоможения, и врач с личной заинтересованностью, что все так. И СМИ транслируют то, что они транслируют, и ломы лидера общественного мнения. Система сложилась так, транслируют что? То, что она транслирует. Все СМИ с каждого утюга. У нас нет нигде ценности семьи, ответственности мужчины за детей, о том, что женщина это мать по природе.
И то, что аборт – это не норма, а то, что это убийство. И, в общем, все вроде виноваты, не виноват никто конкретно, потому что все валят ответственность на других. А в целом мы имеем ту картину, которую мы имеем, которая диагностирует, на самом деле, аборт – это конец всей этой системы, когда вот уже женщина пришла, легла и сделала. А этот диагноз, прежде всего, комплексная проблема и нравственное состояние общества, в том, в котором мы находимся. То есть это вот такое дно, на котором мы сейчас находимся, даже по сравнению с общецивилизационными процессами. Потому что мы первые по убийству в мире, по количеству абортов на одну женщину, по количеству абортов на 1000 женщин. Нас в последние годы обогнала только Грузия в последние годы до этого. Грузия. А какая статистика, не помните, на одну женщину, какое количество абортов? На 1000 женщин 464 аборта на 1000 женщин. У нас половина беременностей заканчивается абортом. То есть у нас примерно соотношение рожениц и женщин-аборт 50 на 50. Это очень высокое по мировым. Это то, что даже официально, то, что у нас проходит по госмедицине. А там всего проходит 500 тысяч в год. Полмиллиона сейчас фиксируется абортов в системе госучреждений. А весь остальной – это коммерческий сектор, который вообще не контролируется. И там экспертные оценки 4 миллиона в год. Это вот фарма-аборты. А, Мария, вы сказали, что женщины активно, к сожалению, да, идут на этот шаг прерывания беременности. А, повторите еще раз, пожалуйста, цифру. Сколько, да, примерно на одну женщину приходится аборт? На 1000 женщин приходится 464 аборта, только по официальной статистике. Ну вот, недавно Минздрав озвучил цифру о том, что у нас сейчас 450 тысяч абортов. В 2019 году у нас было 520 тысяч абортов в год. Но необходимо понимать, что эта цифра – это только официальные аборты, которые зарегистрированы в государственных клиниках, в женских консультациях, в больницах, в госклиниках. А аборты делаются в частных клиниках, в частных секторах. В большинстве своем они делаются там в день обращения, к сожалению, с нарушением законодательства, даже уже имеющегося как такового законодательства, на любом сроке, за любые деньги, можно сказать. Так вот, сейчас государство не имеет полноценной картины статистики, которые совершаются в частных клиниках, статистики абортов, которые совершаются в частных клиниках. Мы много ездим по регионам и смотрим даже региональную статистику и понимаем, что аборты в государственных клиниках такая цифра, абортов в частных клиниках нет данных. По некоторым экспертным оценкам, которые озвучили даже высокопоставленные лица, например, главный педиатр Александр Александрович Баранов, он сказал, что ежегодно в нашей стране совершается порядка 4-5 миллионов абортов в год. То есть необходимо понимать, что нельзя говорить... Это мегаполис. Вообще... Да. Вообще сейчас много говорят о демографии. И вообще необходимо понимать, что невозможно говорить об изменении демографической ситуации в нашей стране, не затронув тему абортов. А можно ли сказать, да, что вот во главе вот этой ситуации все-таки стоит материальная проблема, материальный вопрос? Или все-таки это эгоизм? Это комплексная, вы знаете, это на самом деле это комплексная проблема. Это общество потребления. Общество потребления, для которого ценность жизни человека. Ведь аборт имеет другую сторону, эвтаназия. А здесь ты неполноценного, или который тебе не нужен, убей в чреве. Здесь ты своего престарелого, который тоже уже в маразме или в каких-то болячках, обезболил, он умрет, не будет тебе надоедать. Это та тенденция. Все, что нас убивает из зоны комфорта, что нам мешает, что не укладывается в наш алгоритм успешности вот этого набора, оно убирается. Поэтому... Вот эта фраза, которую мне сказала главврач, вот действительно я много спрашивала, потому что вот эти материальные причины, они прям муссируются, женщины бедные, действительно бедные есть, и в нашей стране бедные есть. Но вот эта фраза вот человека, который работает с пациентками, что современная абортница – это женщина с социально адаптированным лицом, это не маргиналка, это действительно женщина… которая была богаче любой нашей бабушки. Среднестатистическая женщина и уровень жизни
богач любой нашей бабушки, прабабушки. Вот у меня бабушка из семьи, где 9 детей, дедушка из семьи, где 11 детей, моя мама из семьи, где 4 детей, а папа из семьи, где 3 детей. Мы с сестрой из семьи, где 2 детей, только мы с сестрой. Моя сестра родила только одного ребенка. То, что я родила 4, это вообще не показатель, рожая 4 только, по мнению большинства, маргиналы и неудачники. То есть мы за 20 век, это все история 20 века. И я уверена, что у любого телезрителя, у вас, у Марии, у батюшки ситуация ровно в семье генеалогическая, аналогичная. То есть за 20 век мы редуцировались, сократились до мышей. То есть то, что для наших бабушек было нормой рожать, да, высокая была младенческая смертность, да, но они не убивали детей в очереди. Естественный отбор. Можно сказать и так, если, грубо говоря, да, и выживали более здоровые малыши, и при том уровне медицины. Это не естественный процесс аборта, а естественный отбор. Отбор. А, мне послышали, аборт. Нет. Естественный отбор, да. Да, да, естественный и отбор. И та модель России, которую воспроизводили наши бабушки, прабабушки и прадедушки, у которой у большинства наших зрителей, просто даже которым не хочется покопаться в собственной генеалогии, это та модель, которая воспроизводилась на протяжении веков. 2000 лет, поколение за поколением, это посчитать, вот сколько 70 даже... 70 детей, это было нормой. Да, сколько поколений, то есть наш родовой вот в подкорке сценарий, в нашей психике, в нашей физиологии, это нормальный сценарий здорового человека. То, что с нами сделали за 20 век, прям наглядно, за там, 4-5 поколений, нас редуцировали до мышей и продолжают. Следующее поколение уже будет child-free, они будут уже говорить, что дети вообще не нужны. Это и вот эти вот эпитеты жуткие, которые я вижу иногда на женских форумах, личинки, плодянка, рожалки. Это даже это вот такой уровень человека ненавистничества и вообще ненависти к детям, что потом мы удивляемся, почему эти стреляют в школах, откуда такой уровень агрессии, почему такой уровень ненависти, откуда уже он будет, если мы относимся к человеку вот так, что это вот какой-то мешающий предмет, в том числе, если это наши собственные дети. То есть проблема не в деньгах, проблема в головах. Вот батюшка сказал, что в войну рожали, они убивали, и наши бабушки переживали революцию. У меня дед 918 года, в революцию родился, ну уж куда там революция, вообще все под аборт идите. А тем не менее рожали и все мы, поколение тех, кто родились вот благодаря этим людям. А мы уже не рожаем, понимаете? То есть проблема, я считаю, в головах общества потребления, это общемировая тенденция, и мы как часть западного мира также идем под откос. Демографическая зима не только в России, она и на Западе. Их женщин в Скандинавии особенно заливают деньгами, они не рожают. То есть у них огромное пособие, у них самый низкий уровень 1,7. Уровень в Скандинавии, уровень рождения детей. А вы говорили, да, в прошлой части нашей программы, что большинство, да, беременности сейчас проблемные. И, скорее всего, причина может ли быть, что влияет на это возраст? Ведь возраст, да, рожающих женщин, у тех, которых, кто первый раз, да, первых детей, первенцев своих рожает, он довольно-таки стал выше. Это даже может быть и не 28 лет, это может быть даже далеко за 30. Может ли, да, вот это вот тоже как вот своего рода причиной быть? Все стремятся карьеру сделать, еще что-то. Опять же, это все-таки отговорка или это какая-то вот есть в этом зерно правды? Ну, на мой взгляд, это больше отговорка. Потому что необходимо понимать, что те женщины, которые вели нравственный, целомудренный образ жизни, я бы так это сказала, там до 30 лет, они рожают здоровых детей, нормально проходят роды. А те женщины, которые вели беспорядочный половой образ жизни, сталкиваются с проблемами, которые делали аборты, большое количество абортов, они, безусловно, сталкиваются с проблемами. Даже просто когда уже захотелось, а уже никак. Да. Даже говоря вот об этом возрасте, там, от 13 до 28, да, вот эти две даты, которые я упомянула, там возраст полового дебюта и средний возраст родов, а даже, например, если женщина не, ну, активно предохраняется, это же гормональная контрацепция, которая имеет свои последствия, особенно отдаленные. Там, например, врачи говорят, ну вот врачи, которые хотят об этом говорить, не хотят продвигать контрацепцию, а хотят говорить действительно о последствиях.
Они говорят о том, что увядание яичника, засыпание и вот эти все побочки, которые несут. И потом женщина уже их не пьет после 10 лет предохранения, уже хочет родить, она уже не может, потому что яичники уже не выполняют свою функцию. По поводу больных детей, которые как бы ставится диагноз, что ребенок родится нездоровый. Ситуация вот как складывается, что для каждого человека, для каждого, который приходит в этот мир, всегда есть место. Мы с вами в школе изучали историю и помним такое государство Спарта, которое, собственно, занимались практически тем, чем занимается сегодня наше государство. Убивали якобы нежизнеспособных бросали детей. Бросали со скалы, да. Нет, да. Вот. Чем это закончилось? Что в конечном итоге здоровые механические машины, солдаты, они все равно эту страну не могли спасти. Почему? Потому что я повторюсь еще раз. Когда Бог дает человеку жизнь, он знает для этого человека и место в этом мире. На моей практике, не могу что часто, но уже было несколько случаев, когда ставится диагноз и показания к аборту, женщина принимает решение родить, и рождается ребенок, ну да, с определенными патологиями, но не с теми страшными, которыми ему предсказывали. Значит, что получается? Что все-таки, о чем бы мы сейчас с вами ни говорили, как бы мы с вами ни говорили, что мы живем в каком-то в генетическом мире, у нас занижена нравственная оценка. Или, как вы говорили, вот любовь к человеку. Вот что самое страшное. Елена, а если говорить о фильме, да, кто там принимал участие, учитывая, что он, можно сказать, да, некоммерческий фильм? Да, замечательно, у нас актеры снялись, спасибо им огромное. В главных ролях Эдуард Флёров, роль главврача. И когда он прочитал сценарий, вот он воспринял как миссию сыграть в этом фильм, хотя он до этого играл в основном полицейских, таких бравых мужчин, полковников и так далее, таких брутальных. Это был для него совершенно другой, незнакомый типаж, но вот у него была, и он об этом говорит, что у него была в жизни своя такая история, и прочитав сценарий, вот он посчитал своей миссией сыграть в таком фильме, как, не знаю, какая-то доля искупления. Предабортного психолога сыграла заслуженная артистка прекрасная Ирина Пегова, мама Юли Елена Панова, тоже прекрасная. И Ирина Пегова, я помню, прочитала сценарий, в «Ночи мне пишет, тема важная, я согласна». Елена Панова тоже прочитала и говорит, я в этом не увидела ни морализаторства, ни пропаганды, я увидела срез проблем общества, и настолько с разных сторон это все затронуто, что вот мне захотелось быть частью этого. Вот. Оно молодую героиню, которая, собственно, сохраняет вопреки вот давлению своей мамы Лены Пановой, сыграла Валентина Ляпина. Это вот такая молодая, талантливая, начинающая артистка. А как шел процесс? Тяжело? Все-таки такие вопросы затронуты. Ну, это было, во-первых, морально тяжело и для меня, естественно, и для... И писать это тяжело было, и снимать, и для актеров. Им нужно было кому-то погрузиться в материал. У нас были у психолога, например, у Ирины Пегова консультант прототип, потому что у нее есть прототип, и с мужем они занимаются. Она психолог, а муж помог ей создать фонд, где они помогают женщинам. Это Марина и Василий Антоновы. Она работает в реальном роддоме в городе Подольске. Вот это прототип персонажа Пеговой. И она была на съемках, ее консультировала Пегова во время особенно сложных сцен. Вот проблемы женщин, их причины, как раз вот перехода на аборт и так далее. Вот. И кому-то приходилось смотреть фильм документальный на эту тему и со мной много разговаривать. Я что-то им рассказывала. Особенно тех, кто играл врачей. Вот. И они даже, вот мне рассказала одна артистка Ирина Вилкова, что она разговаривала со своим акушером, когда она знакомая акушер-гинеколог, она когда прочитала сценарий, говорит, я была в таком шоке. Говорит, действительно, неужели это все так и есть? Я позвонила своей знакомой акушеру-гинекологу и говорю, это так, все действительно, вот рассказала там сюжетные линии своего персонажа, как вот что у нее у дочери 5 выкидышей на позднем сроке. И мне врач, она говорит, так действительно и сказала, что все это так и есть. Она говорит, а как вы работаете, как ты вообще потом с этим живешь?
Вот. И она говорит, сейчас, говорит, с возрастом, я в советское время мы просто к этому относились, сейчас с возрастом, когда я вижу, как действительно у меня вокруг болеют дети у моих коллег, и вообще как я по-другому начала к этому относиться, и я прихожу домой и, говорит, молюсь. Многие уходят из профессии, из врачей в другие смежные, там, в коммерческие клиники, где не надо это делать, либо в акушерство, где только принимают роды в роддома. И вот у нас был в Ставрополе сейчас пример, у нас там был действительно Минздрав, замминистра у нас присутствовал. Она вот редко Минздрав может это озвучить, особенно на таком высоком уровне, чтобы это чиновник говорил. Она вышла на сцену заплаканная, замминистра здравоохранения, и говорит, я вот знаю прямо вот эти истории, которые перечислены в фильме, вот эти женщины, у которых проблемы в семье, у которых там, ну, вот разные, особенно это отливается на детях, которые вот прямо в определенный момент связали эти проблемы свои, какие-то, ну, болезни неизлечимые, условно говоря, ушли из этой отрасли, у них все закончилось. Или, например, вот внуков нет. Вот они ушли из этой области, они связали, они ушли, и она со слезами вышла. И это было настолько ценно именно услышать от чиновника такого, потому что это может сказать акушер, еще кто-то. Но когда это говорит прям действительно чиновник, который должен от этого всего отрекаться, чаще всего так и происходит, что нет, нет, у нас все нормально, у нас как бы проблем нет. Это особенно ценно, когда вот такие слезы на глазах у чиновников. Это 16 регион, Тверь, да, да, где показан этот фильм. А каков его дальнейший путь? И где, допустим, могут его зрители посмотреть, кроме ДК «Химволокно»? Сейчас у нас продолжается, вот еще будет несколько до лета регионов с такими же показами. И потом уже, может быть, лету, ближе к осени, мы выложим его в свободный доступ и параллельно будем уже какие-то другие регионы остальные доезжать. Потому что все это идет снизу, как бы от регионов, от властей, от Минздравов, от метрополий. Вот как в Твери, Тверская метрополия выступила инициатором, да, совместно с правительством области. Поэтому вот пока есть этот интерес, потому что это же не просто показы. Мы показываем и властям, и приглашают студенты, медики, врачи, СМИ, то есть психологи, журналисты, все, кто причастен к теме, кто принимает решения, кто поддерживает женщин, с ними работает, освещает эту тему. То есть мы не заставим этих людей смотреть наш фильм в субботу вечером в свободном доступе на YouTube, свой выходной, а так вот вроде как такое мероприятие статусное и чуть ли не как, ну, такое премьерное, люди посещают. Но у нас сегодня будет возможность услышать живое мнение подростков. Из Бежецка, из Удомля приехали где-то около 60 человек подростков, но из наших школ тоже будут. И будем их спрашивать, как они эту тему увидели, как они ее через себя пропустили. А вот вы как считаете, молодежи нужно такие фильмы показывать? Не то, что нужно, а это нужно обязательно показывать. Это же ведь есть момент очень важный, воспитательный. И как я уж, наверное, вам надоел с этим словом, но это прежде всего вопрос воспитания нравственности, а ничего другого. Ну, соответственно, наверное, стоит сказать, что здесь еще речь идет о здоровых, нормальных, да, отношениях мужчины и женщины. Ну, так это тоже, это все вот из категории нравственности, взаимоотношений. Если человек порядочный, вот как вот говорили и Мария, и Елена, да, что если мужчина воспитан мужчиной, он себя ведет как мужчина. Вот, поэтому это очень-очень важно. Ну и с другой стороны, вы сейчас подчеркнули, что этот просмотр был организован нашей Тверской епархией. Очень в этом деле заинтересован наш владыка. Он эту тему поддерживает. И сейчас у нас, так сказать, в планах очень серьезный проект созданием дома для мамы. Это как раз поддерживать тех женщин, которые оказались не просто в сложной ситуации, они оказались в ситуации выбора. Или-или. И вот здесь мы можем помочь. Предоставить какую-то возможность финансовую, материальную, психологическую в том числе, какое-то время пожить. Вот у нее будут хорошие условия. Сейчас наша епархия вот над этим проектом работает. Ну и вы, наверное, слышали выступление нашего патриарха в Государственной Думе, как он
тактично, но резко тоже эту тему высказал, с какими, я слово не хочу употреблять претензии, но с какими, с какой болью он сказал, ну так вы же люди государственные. Вот что. И вот я сейчас тоже как пользуюсь случаем к нашему законодательному собранию, к нашему правительству. Государство, это же вопрос не женский, это вопрос не мужской, это вопрос не церковный. Это вопрос жизни, это вопрос государственный, общегосударственный. А наша программа подходит к концу. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях были автор фильма, автор сценария, режиссер и продюсер Елена Пискарева. Фильм называется «Право выбора. Возрастные ограничения 16+.» Также у нас была Мария Студеникина, руководитель направления защиты материнства отдела благотворительности Русской Православной Церкви, и иерей Александр Горячев. Я с вами прощаюсь. Меня зовут Валерия Королева. До встречи в эфире.